2017 год в Чувашии будет посвящен матери и отцу. С этой инициативой главе республики обратились республиканские советы. Соответствующий указ Михаил Игнатьев подписал сегодня. Мы считаем, что семья – это главное в жизни каждого человека. И не просто создать хорошую семью, этому нужно обязательно учить. И свои проекты мы направляем как раз на то, чтобы показать внимание, отношение к родителям, что крепкая семья, стабильная семья, семья просто, она может быть при наличии только двух родителей. Это обязательно мамы, которая свою функцию несет в семье, и обязательно папы, которые свою миссию выполняют в семье. В этой семье будут и традиции, в этой семье будут и крепкие здоровые дети, и продолжение рода. Вот на это направлена вся наша работа. Совместная работа Союза женщин, Совета отцов уже принесли определенные плоды. Мы с вами вышли на второе месте в Приволжском федеральном округе по наименьшему количеству разводов. Это глава республики всегда на всех совещаниях, на всех форумах, на встрече с молодежью всегда говорил о роли ценности семьи, о роли отца и матери. И сегодня этот указ говорит о том, что новый подход, новые отношения к матери и отцу, новые отношения формирования будущих мам и отцов.